Все, что ты делаешь, предопределено твоими генами. Привет, я Убер-Маркинал, если ты не в курсе. Но то, что я сейчас сделал, это и мне самому полезно. Я думаю, единственный паук, который пострадает, это я. Выглядит как таракан с длинными лапками, но не паук. Четыре лапки. Не четыре, а шесть. Чего ты не падаешь? Решил сдохнуть прямо на стене. Тоже не люблю, когда так происходит, потому что мне их жалко, когда они от яда загибаются. Ну, падайте, мистер Андерсон, зачем вы вот, занимаетесь своих... Пойдите. Подождите, не может быть. Не хочет падать. Не хочет падать. Это точно правда?